конечно, вначале волновалась, но я очень рада, что я выступаю на таком красивом шоу. Тут просто очень много прекрасных спортсменов, и у меня была большая мотивация вернуться, восстановиться, так как знаю, что ну, многие мне писали, что очень ждут. И, конечно, очень хотелось наконец-таки уже выйти. Поэтому, да, мне очень понравилось. Спасибо большое. Соль, как вообще для тебя прошел этот год перерыва? Что делала? Как это все проходило? Ну, конечно, год был не очень хороший, потому что там случилась травма. Вот, ну, конечно, нужно было реабилитироваться, лечиться, то есть прошла курс лечения и так далее, все эти процедуры. Вот, и чтобы как бы все было хорошо. Вот. Сейчас все хорошо, поэтому потихонечку восстанавливаюсь чуть-чуть. Как удалось найти все силы восстановиться? Что помогало? Ну, во-первых, я очень соскучилась, когда я сидела дома. Я безумно скучала по льду, по выступлениям, по программам, по прыжкам. И мне не стоял вопрос о мотивации. Наоборот, мотивация еще больше появилась. Я очень люблю футбольное катание. Какие планы теперь в следующем сезоне ожидаем вас видеть? Пока ничего не говорю. Я постепенно восстанавливаюсь, поэтапно восстанавливаю прыжки, катание, программы. Поэтому пока как бы я не хочу ничего говорить, просто пока восстановление. Ну, конечно, очень хочу и буду делать все, чтобы выступать.